Слава Господу, слава Иисусу Христу! Братья и сестры, всех приветствую и благословляю именем Христа из города Гомеля, с Белоруссии. Здесь в эти дни провожу семинар, участвую в служениях и общаюсь с верующими в этом замечательном городе. И вы знаете, друзья, вот сзади меня сейчас вы видите такой памятник. Мужчина, славянин, он в лодке, и у него в лодке рысь. Это, в общем-то, такое узнаваемое место здесь. И сзади как бы этой лодки, там на фоне вы видите пешеходный мост. И вот почему рысь, насчет мужчины не ясно, а рысь — это символ вообще как бы этого города. Да, если вы видите герб, допустим, увидите герб Гомеля, поинтересуйтесь, то вы увидите изображение рыси. И здесь их много, этих изображений различных, и области, и самого города. И здесь они водились, и, говорят, даже и сейчас водятся, но они редкие сегодня уже животные. Вот, а сам Гомель — это второй по величине город в Белоруссии. И довольно большой город, и вы знаете, я думаю, он не, очень непростой город. Это Полесье, и здесь, в этой области, даже есть такой, как мемориал, памятник. По-моему, «Три сестры» он называется, как-то так. Там как раз символ Белоруссии, России и Украины. То есть это как раз место, где состыковались вот эти культуры, народы, страны. И поэтому, как бы, это очень, так думаю, важный регион, важное место. И Полесье само, значит, и сам город Гомель. И вот в эти дни семинар мой, он, как и обычно я провожу семинары, посвящен истории христианства. И эпиграфом я взял место Писания: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 32 стих. И, в общем-то, слава Богу, вот за эти вечера, вот воскресенье, понедельник, вторник, среда, и сегодня вот будет продолжение, и завтра завершение уже этого семинара в пятницу. И так вот, за эти дни посещали, в эти вечера посещали семинар христиане разных конфессий, разных церквей. Это радует, это очень даже хорошо, потому что тема-то она такая, знаете ли, общая, тема она для всех, будем так говорить, интересно, не только для какой-то определенной конфессии, потому что, говоря об истории христианства, особенно вот я эти дни больше говорил, получается, об истории ранней церкви, истории раннего христианства, так это наша общая история. И корни многих проблем современного христианства, они как раз уходят вот вглубь веков, вот в ту эпоху. И не только проблем, но и многие, как бы, как сказать, хорошие вот эти вот вещи в церкви, многие хорошие традиции, многие примеры для подражания вот для современных христиан, они как раз вот из той эпохи берутся. Потому что даже и апостол Павел писал, помните, да, к евреям в 13 главе, он говорил, что мы должны вспоминать наставников наших, которые проповедовали Слово Божье нам, и дальше говорится, что «и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть на финал, будем так говорить, финал их жизни мы должны смотреть и подражать их вере. Потому что на самом деле почтение к этим святым, это будет на самом деле не почитание их такое, знаете ли, религиозное, ритуальное, о чем я говорил тоже в эти дни, что это не Божья совершенно идея преклоняться перед умершими, молиться к ним, потому что у нас один посредник между всеми нами людьми и святым Богом, это человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, как говорится, в послании к Тимофею, апостолом Павлом, первом послании его во второй главе, 5 и начало 6 стиха. И вся Библия Нового Завета учит нас о посредничестве Иисуса Христа. И когда Павел пишет к евреям, что мы должны подражать вере людей, которые проповедовали Слово Божье, взирая на кончину их жизни, подражайте вере, да, написано.
И дальше написано, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть тот же Иисус Христос, что был прославлен вот в прежней эпохе через этих братьев, сестер, первопроходцев, тем более христианства, истории церкви, первое поколение верующих, то тот же Христос и сегодня, он тот же. Иисус Христос, который вдохновлял и благословлял братьев в ту далекую эпоху, он и сегодня благословляет верующих, и он сегодня с нами и среди нас, и в нас, верующих. В этом благая весть, добрая весть Божья. Слава Богу! И призываю всех вас к молитве за город Гомель, за пробуждение здесь, в Полесье, за пробуждение Гомельской области, самого города Гомеля и всей Белоруссии. Это очень важная, я думаю, молитва, потому что действительно без этого основания, без этой молитвы, я думаю, что ничто не совершается фактически, потому что даже Яков пишет, апостол, не получайте, потому что не просите. А если просите и не получаете, то, значит, не на добро просите. Но мы на добро просим. Да, извиняюсь, здесь сзади трактор едет, поэтому как бы, хотя утром, но вот уже работа здесь началась, видимо, в парке. Это огромный парк, очень красивый парк. И сейчас трактор уедет, я хочу спеть благословение, молитву благословения. И вы знаете, друзья, об этом благословении хочу благословить всех молящихся за город Гомель, всех молящихся за Белоруссию, за пробуждение здесь. И пусть Бог благословит и ваши страны, и ваши города, потому что если вы хотите, чтобы было благословение в вашем городе, в вашей стране, в вашем регионе, то одно из условий, конечно, вы должны благословлять, желать другим то же, что вы себе желаете. То есть молиться за пробуждение других городов, других стран, других регионов. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Пусть Божья милость будет на вас. И я хочу спеть благословение Ааронова, благословение священников, каэнов, благословение, которое Бог дал Моисею, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям слова этого благословения. И это благословение из Библии, из книги чисел 6 главы. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака и Якова, пусть наш Небесный Отец, Ава, Отче, во имя Иисуса Христа благословит всех вас, дорогие друзья. Не забывайте в ваших молитвах город Гомель, не забывайте Белоруссию. Пусть Бог мира, пусть Бог благословит всемогущий каждого из вас. И также призываю милость Божью на всех вот священно-церковнослужителей разных конфессий, потому что думаю, что пробуждение священников, спасение священников – это очень важно, как покорение наше Евангелию Божьему, как написано в 6 главе Деяний апостолов, что и многие священников покорились вере. И сегодня священнослужителям и православным, и всех других конфессий необходимо на самом деле нам покориться вере Божьей, которая через веру во Христа Иисуса. Слава Богу! Из города Гомеля, с любовью во Христе Иисусе, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. 25 марта 2015 года. Пусть Бог благословит всех вас. Слава Богу. И напоследок хочу, чтобы вы полюбовались вот этими красотами. Здесь река называется Сож. Река Сож. Такая небольшая дымка, туман такой небольшой. Вы можете сейчас полюбоваться. Я постараюсь немного записать сейчас чуть-чуть. Вот эта рысь, знаменитая рысь, изображена здесь. Ну, довольно милая такая. Мордочка милая. Вот эта кошечка такая, да, здесь. Вместе с этим рыбаком или кто. Ну, видимо, рыбак, да. Потому что у него в лодке снасти. И вот река. Сама Сож. Сегодня утро. Солнце.
Ой, скрипит штатив. Да. Вот так. Вот здесь уже холм такой, гора. Это парк Румянцевых здесь. Вот здесь часовня какая-то видна. Там усыпальниц, по-моему, и храм. И вот здесь мост, тоже еще пешеходный. Вот здесь много таких мостов пешеходных, очень красивые. Вчера здесь путешествовали, прогуливались по парку. Да, вот, и вот еще гора. И опять вот это, собственно, изображение, памятник.